Привет всем, меня зовут Татьяна, я преподаватель школы вязания Айнитки. А сегодня я вам расскажу, как пользоваться наперстком для жаккарда. Он нам нужен с вами для того, чтобы разделять нити. Надеваем его на палец, на указательный. Берем наши нити и вставляем одну между двумя штырьками, вторую подальше от нее, тоже между, можно с самого края, можно между этими штырьками. И закрываем крышечку и начинаем вязать. То есть обратите внимание, ниточки у нас раздельно, что очень удобно. Также в некоторых видах жаккарда нельзя, не рекомендуется менять положение нитей. И наперсток вам позволит запомнить то, где нити у вас находятся, в каком положении. Очень удобно.